Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый, и вы на канале «Печи, котлы по-белому». Сегодня я вам немножко расскажу о том, как не выбрасывать деньги в трубу. Очень много людей замечали о том, что у них очень сильно раскаленный дымоход. Но многие считают, что это так и должно быть, что, мол, ну, работает печь, да. А ведь раскаленный дымоход говорит именно о ваших потерях. От того, что у вас дымоход, улетает ваше топливо. И если вы не хотите, чтобы оно улетало в дымоход, просто-напросто ставьте нормальные приборы. Что значит нормальные приборы? Нормальный прибор тот, который весь пиролизный газ дожигает в топке. Для этого делается. Чтобы это было сделано правильно, вторая камера, колпак. У нас колпак есть в каждой печи. Печь казачка, печь кобыца, котел казак. Тоже есть колпак. Специально создан колпак для дожига. Плюс в этом колпаке есть трубный коллектор, который отбирает тепло. Конечно, в печи немножко сложнее, но здесь мы нагреваем вот эту поверхность большую, которая бы отдавала тепло, забирала бы. И при дожиге газа мы подаем обязательно везде вторичный воздух, колпак. Без этого хорошего горения не будет. Всегда нормальные колпаки делаются с подачей воздуха в него. И вы, если увидите, как некоторые говорят, у нас там есть где-то дожигатели. Дожигатели куда выходят? Просто в топку? Это не то. Если в колпак, это то, что надо. Поэтому знайте, если у вас печь имеет колпак, имеет подачу воздуха в колпак, то эта печь будет дожигать у вас. Ну, для того, чтобы точно знать, что у вас зажигалось, знайте, что у вас дымовые газы не должны быть больше 200 градусов, ну 250, а на котлах 150. И тогда у вас все будет нормально. Это у вас оборудование, которое работает грамотно и в вашу пользу. Не выкидывайте деньги на ветер, не выкидывайте дрова на ветер. Топите дом, а не атмосферу. Всем доброго.